Надо уже находить карту ближе. Ближе карту, пожалуйста. Ближе карту. Чуть-чуть, какого-то. А что значит? Я не знаю, что значит. Я как художник. Продавайте, пожалуйста, свои работы. Пускай будет нахально сказано, пускай неправильно. Можете продать свою работу в музей. Можете вы, какая работа из вас будет в вашем музее. Можете какую-то работу представить. Эта работа будет в музее. Давайте вот с этого начнем. Какие работы у вас есть, чтобы можно было поставить здесь в музей? У меня пока нет. Какой работы? Вот все, значит, пока. Вот посмотрите свои работы все и подумайте, эта работа может быть в этом музее. На этом месте, такого размера. А эта работа должна быть вот такая, вот здесь, хотя бы чуть-чуть. Вот это будет первый ход. Первый ход. Второй ход может быть, это может быть какие-то объединения среди вас. Причем я хотел сказать о китче. Вот там, например, показывались, я не помню, извините, имя, какие-то работы, которые вроде бы они китчевые, там какие-то портреты, любое может быть, любое, совершенно любое, там задирают юбку, то есть совершенно никаких откровений у нас нет. Вы сами все кастрированы, ни у кого нет даже желания чуть-чуть там немножко раскрыться. Я не говорю, что должны быть там не кастрированы, я не знаю, культура кастрирует сама по себе, но само по себе вот вообще даже желания нет. Вот это то, что нет желания, это самое ужасное. Если вы специально его убираете в другой, но здесь есть какое-то чувство ограниченности, ограничения, личных ограничений. Ограничение поставило вам телевидение, какое-то еще какие-то. Вот это ограничение, в первую очередь, снимите, я вас молю. Тогда что-то появится, какое-то что. И поэтому я могу, конечно, пропустил кого-то, и действительно, может быть, есть шедевры какие-то, хорошие вещи. Вот даже сейчас показывали, вот сейчас последний показ. Последний показ там была, лошадь шла. Ближе, вот это ближе. Уже картинности какой-то. Но еще, молю, картинность не старая. Не только в старом картинность, не только то, что было. Здесь сейчас появляется новая картина. Новая жизнь дает новую картинку, плиз. Где эта новая картинка этой жизни? Дайте эту картинку, заполните музей этими картинами новой жизни. Эта картина старая, и поэтому задача – дайте новую жизнь. Почему фотография берется, они берут фотографию? Потому что фотография – это вариант социального общения. И вот они при помощи фотографии, они могут потом поговорить, потом сделать. Это минимум того искусства и такого общения, человеческого культуры, который принят в обществе. Поэтому они все, они берут фотографию. Они все знают фотографию, все делают. И там была такая вещь. Мой шеф, который подавил, говорит, делайте, что хотите. Делайте, только чтобы они фотографией занимались. Я не знал вообще, кто они такие, ничего. И они приходят, карточки, и да, и там методика такая. Вообще, я посмотрю, как они ведут, преподаватель. Да, вот может быть здесь... Нет, очень здесь, хорошая, наверное, картинка. Они говорят плохо. Они говорят, очень хорошая картинка, очень хорошая. Ну, может быть, размер поменьше, может быть, цвет, а может быть, там, не кошку, а может быть, что-то другое. Не говори, что плохо. Плохо не говорит никто. Ну, нормально, все хорошо, все классно. Только чуть-чуть. А я из своего фотоклуба, и когда мне все время приходилось защищать какое-то определенное там, я говорю, это работало. Никто не нравился, уходило. И внутри создалась какая-то группа, которая там была, и оно, это вот внутреннее чувство, хорошо или плохо, оно сразу говорит, нет, не годится. Я до сих пор не могу говорить, да, пришли там. Да, вот мне нравится ваша диссертация, на бомжей смотрит, говорит, ваша диссертация. Да скажи, что тебе нравится бомжей. Или что-нибудь еще. И вот эта вот ласковость мне, я не в ней. Поэтому я вам и говорил, вот так вот или так вот. И ради бога, простите меня, но иностранцы так не делают. Есть один малый, который вот уже снимал вот такой камерой. Здоровенный, качество бешеное.
картинки шикарные, все хорошо. И он у меня учиться пришел. Что я говорю, что ты будешь у меня учиться? Ну что, я сам у тебя учиться буду, я ничего не умею. А он делает так, а потом я подумал, а что бы ему надо было, что было? Я говорю, следующая твоя работа, ты должен пойти к директору этого Гарварда и сделать портрет его. И если ты сделаешь этот ход, ты будешь нормальный. А он помялся, я пошел дом снимать. И не будет из него фотографа. Потому что он не перескочил человеческое, не перескочил на него. Он должен был перескочить, пойти, договориться и сделать. И тогда бы он стал бы фотографом тем, который, вот такая камера нужна. Ну, мы один раз поехал со студентами, с немецкими студентами, но они с академии, они уже имеют багажик, будь здоров. И знают все, и умеют все. Но как-то так в Германии они показывали работы слабоватые. Мы поехали с ними в Одессу. И за две недели открутили Одессу так, что никакая Одесса не сняла так. Никто-то еще Одесса не сняла так, как эти ребята сняли Одессу за эти две недели. И потом сделали книгу об Одессе. Все хорошо. Поэтому, понимаешь, тут тоже вот это полив и желание что-то сказать или хотя бы увидеть тоже, что значит. Поэтому как бы и карты в руки. Я прошу, чтобы каждый думал о том, как минимум, где что картина, ваша картина будет повешена в вашем музее здесь. Как вот как минимум, размер картины будет такой-то, оформление будет такое-то, вот минимум, каждый пускай думает. Это не просто интеллектуальный будет обмен между тем и другим, а вот как это. Вторая вещь – отношение к эпатажу. Попробуйте, пожалуйста, поэпатировать кого-нибудь, меня и кого-нибудь еще, чуть-чуть, это так, сбросить с себя рамки. Это вторая такая вещь. Я не знаю, что честно сказать в этом случае. Я постараюсь, я думаю, что здесь… Ну, здесь из этого места должно что-то вырасти. Ну, не все должны убежать туда, в Харьков, и там что сделать. Там есть действительно хорошие люди, которых я очень уважаю, которые уехали отсюда. И они там хорошо смотрятся. Поэтому я думаю, что здесь все будет нормально.